Нюша, ты видела мультик про крокодила Гену и Чебурашку? Это же бомба. Какой мультик? Я думала, ты любишь только военные фильмы. Этот мультик просто шедевр. Гена с Чебурашкой как динамитная комбинация. Помнишь, как Гена пел «Я вам не мух, возьмите попроще, бомбезно же»? А Шапоклет, Крокодил и Чебурашка – какая команда? Однозначно, клевый мультик. А каким был Чебурашка? Пушистый, милый, непоседливый. Так и хочется его обнять и покормить мандаринками. Да, это действительно классика. Ну что, давай сегодня вечером посмотрим еще раз? Конечно, Нюша. Давай располагайся в кучу, как в детстве, и наслаждаемся шедевром советской анимации.